Уже сутки вам известно, что от незарегистрированного в Нью-Йорке волшебника сбежали магические существа? Да. Где этот человек? Это ты, парень с полным чемоданом тварей, так? Быстро вести расходятся. Мистер Саламандер, знаете ли вы что-нибудь о магическом сообществе Америки? Мы не допускаем подобного. Эй, англичанин! А яйцо-то треснуло! Ты ведь стёр ему память? Не магу. Кому? Не магу. Не волшебнику. Мы зовем их маглами. Это не сон. Что меня выдало? В голове не укладывается. Что-то угрожает нашему городу! Разрушает его, а потом исчезает без следа. Маги живут среди нас. Мы жили в тени слишком долго. Я спрашиваю вас, кому это помогло? Нам или им? Опасность. Он ее чувствует. Это связано с нападением Гриндевальда в Европе. Возможно, это война. У вас же есть план, правда? Им нужна помощь. Это все, кто сбежал из чемодана? Больше никто не погиб. Я не буду с этим мириться. Мистер Саламандер.